Я в программу пришла после игры «Пока-бока». И практически с самого начала, с самого первого дня я поняла, что я пойду до конца. Поначалу, конечно, я признаюсь, были сомнения, посещали мысли, типа, вы серьезно, это правда, вы считаете, что это будет работать. И в моем случае, когда я не видела образы, когда я не слышала свое тело, я понимала, что окей, пусть у меня будет так, пока дальше посмотрим. Я буду дальше продолжать, несмотря ни на что. Вот если пройдет период и ничего не получится, ну тогда я могу себе сказать, что ну да, ты какая-то особенная. И я сама не помню, я в какой момент почувствовала, что у меня есть сдвиги. И по чуть-чуть сантиметров, по чуть-чуть граммов, но я иду. Иду к цели слышать себя, любить себя. Потому что раньше, ну, как я буду себя хвалить, за что? Надо же за что-то. Оказывается, можно. Я смогла простить человека, которого не собиралась прощать в своей жизни вообще. Да, учитывая то количество боли и слез, которые он мне принес, все произошло само собой. Освободилась от этого груза. И мне теперь стало легче дышать. Реально легче дышать. И всем, кто сомневается или собирается идти или не идти, я бы порекомендовала попробуйте. Попробуйте, это действительно то, чего вы никогда раньше не делали, и результаты вас удивят.